Привет, ребята, добро пожаловать в очередное видео геймплея Metro Royale. Сегодняшнее видео очень насыщенный геймплей, и я надеюсь вам понравится, и вы обязательно досмотрите до конца, и не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. Те из вас, кто новичок и еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь, потому что я продолжаю загружать такие метро королевские видео на свой канал. И спасибо всем за подписку, у меня уже 8000 подписчиков, так что продолжайте поддерживать и любить вас всех. Я увидел врага на холме впереди и двинулся, чтобы убить его. Пока я шел, я вдруг услышал шаги врага, и он тут же выстрелил, чтобы убить меня. Пока я шел, я вдруг услышал шаги врага, и он тут же выстрелил, чтобы убить меня. Я наконец-то убил этого врага, потом вдруг кто-то ударил меня с передней башни. Я постоял здесь какое-то время, и поскольку Сутра не пытался меня убить, я двинулся вперед, чтобы убить его. Когда бот ударил его, я был уверен, что там была вражда. Я начал бросать гранди, молотов, который у меня был во врага. Этот враг умер в воде, но у него не было доспехов. Вот другой враг стрелял в меня из пушки МК-14. Тот же враг с другой стороны пытался убить меня. Я грабил коробку, когда он попытался ударить меня сзади.
Враг очень старался, но в конце концов, я убил одного. Оттуда я награбил и подошел к школе. Я слышал шаги врага, и враг впереди.